Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии Замали в Sid Meier's Civilization 6, сетевая на восьмерых, на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Блин, что-то я пропустил пару ходов. Прошу прощения, но очень продолжили. Неровно. Союзы. Ты... Шесть накапливается и шесть тратится. Поляк, предложение. Так, надо глянуть, у кого еще есть. Давай со следующего начнем. Так, а если я не хочу тебе давать уголь? Ну, не отказывайся. Тебе и так жить. Испанец, предложение. Испанец. О, озарение для компьютеров. А можно еще раз? Что-то я прокликал, походу. Два капера надо. Чуть все отказываются мне уголь давать. Видимо, надо его захватывать. Так, тут фабрика не нужна. Испания, солю. Да, да. Ничего не слышу, что говоришь. Алло? Слышно. Пинг, пинг. Алло. Алло, алло, да. Алло, что-то еле-еле слышно. Испанец, давай со следующего. Да со я следующего понял, да, что? На счет? Посчитать он хочет. Так. Но я не знаю, на что он тут хочет надеяться, если честно. Так чисто. Бессмысленно Хвахче сгонял ходит, ученого конечно. Вообще. Чего? Хвахче на 100 какой-то ход? Ну мы же отстаем, чего? 20 же у вас науки. Но они до сих пор больно бьют. Что-то испанец, ты, по-моему, уже три хода не можешь флотоводца забрать или что? Или ты его пропустил? Я не успеваю, он мне войну объявил, и я тут воюю. Сейчас забери, там хороший флотоводец. Раз, два, три. Так, Болонья театралка хочет, и все. Присоединяет город-государство к вашей империи сразу.
Все построено и куплено. Ну, я уже электричество так открою. Мне надо быстро в компьютеры выйти два хода. Когда тут затапливаться через 8 ходов. Я даже, наверное, успею все у себя починить. Точнее, закрыть. Это почти все морские клетки поляка. Но зато у меня все наземные. Ну, неплохо. Неплохо все. Нет, два хода компьютеры, жаль. Ну, там может быть, кстати, из-за грантов. Почитайте. Раз, два, три. О, у меня алюминий есть. Да я... Или это мне Хатуса дает, наверное. Хатуса дает те стратегические ресурсы, которых у вас нет. У меня есть алюминий. Китайцы, можешь кинуть там союз опять? Может, поляка забирать? Я просто не успеваю. 15 ходов. Смысл мне тут строить? Просто куплю. О, давайте уголь дополнительный. Блин, три корпуса надо. Кто не понимает, что я фабрику не строю, потому что на этот город уже другая фабрика влияет, видите, плюс 3 от фабрики. Имеет смысл только строить, если у вас угольная потом за соседство много дает. А тут и это немного дает, понимаете? Поэтому и бессмысленно. А, то есть Испания и Корея просто на отдельном острове, и у них там дуэлька, да? Типа того, да. Слышь, а как ты по науке так топил больше? Читы подрубил? Хватит уже сидеть. Да я тоже так думаю. 256 за ход. Что за дисконнект? Ты во всех городах гранты делаешь? Да. Вообще ни одного так делаю. А, это кто-то либо. Так, 4. Не, ну а что, мне все остальное покупается просто за веру и деньги. Это правда. Четыре, ты слышишь? Что? Почти. Раз, два, три. Раз, два, три. Слышно? Слышно. Раз, раз. Я слышу. И у меня все отключились, мне что-то сделать? В лобби перезайти. Да. По той же ссылке.
Ускорили мобилизацию. Не хочу биплан, я бы сразу бомбардировщик. У меня мало слишком алюминия для бипланов. Да, этот аквапарк тут на все работает, на все города. 5, 6, 7, да. 7, 8, вообще зашибись, аквапарк поставил. Так что мне тут не надо еще аквапарк строить. Сейчас уже разорван. Что у тебя там? Ну, я только надеялся, что сейчас получу инженера на ракетостроение, так 4 вылетел, сразу будет купил Китай. Не повезло, не повезло. Да, подстава какая-то. Ты что там Китай выкупил? Инженера на ракетостроение. Плюс 20% производства для проекта «Космическая гонка». То есть это он так инвестировал деньги от Бибана, да? Он уверен, может, он веру потратил. F4, а где, ты на... а где ты находишься, что у тебя так с интернетом такие проблемы? Так, я не знаю, в чем проблема, то есть Discord все работает, браузер работает. Ну, Discord у тебя не очень хорошо работает, мы тебя как робота слышим. А я вас почему хорошо всех слышу? Потому что у тебя входящий интернет, очевидно, норма, а исходящий — жопа. А что это вы все вдруг стали дружить? Кто дружит? Может, кстати, ванная канализацию купить, чтобы тут... Ну, китаец дружит теперь со мной. Китаец, японец со мной теперь дружит. Китаец бот. Ну, я, наверное, канализацию куплю. Странно. Так он до этого не был готов. А что, он просто вышел? И все? Он нет, он вылетел пока. Вылетел все-таки. Мы ждем, когда он вернется. Так, после компьютеров в улучшенную авиацию. Это загадка, которую я буду изучать, наверное, в следующем году. Стали варенью какие? 562 входа, это я и без понятия, как такое можно добиться. Проект читает. Проект? Ну, у меня в всех моих городах практически проект был. Но сколько у тебя городов? 310. Все. Сейчас у меня максимально начинают строить эти лаборатории. А, ну так у меня с лабораториями. У тебя лаборатории нету? А. Что-то ты поздновато лаборатории. Да я последним сам начал, окей. Что-то сетевое соединение, ну, с космосом утеряно. Постоянно вылазит. А, что-то я смотрю, тут и у Японии нету лабораторий. А чё вы? Странно, а чё мы... Трое человек уже в этих в лабах, по идее. Ну, я это... Сначала самолет открыл, а потом все остальное начал открывать. Так, для самообороны сделал. А, подождите, вы не в лабы, вы в эти вышли? Вы в компьютеры, что ли, вышли? То есть он только через судостроение мог туда попасть. Слово «судостроение» у меня очень рано было, так что... Я готов, если что. Так, а что нужно сделать, чтобы горный туннель построить? Военный инженер. Нет, он есть. А, фигня. Готов второй там у вас? Да. Да? Раз, два, три. Так, открываем самолетики. Блин, даже не открыл до конца. Плотина.
Ух ты, а что тут так долго плотина, 6 ходов. Так, вот тут мне нужен инженер. Походу норм. Один ход норм. Вот получается у нас с тобой перешейк был в одну клетку. Через ходов. И то не вариант. Не, ну тут-то ты мог ходить. Ты мог зайти тут и все делать, а он не мог. А зачем тебе, Виктор, по соседству с моим городом, брат? Иди, он с тобой свез раньше, чем со мной. Что? А вообще со мной с ним рвать не особо удобно, потому что у него сразу город, наверное, начнет падать, а то я не уверен. С кем? С Умали. Мне почему-то в лицо город поставил. Точнее, Виктора посадил, своеник. То кто? Да вон мой брат. А, поляк? А, Виктор, да? Я же рассадил, буду рассаживать сейчас губернатора. Ты же видишь, там в нем военного лагеря даже нет, и не планируется. Военный лагерь не жив. Что-то я бы, думал, что два дадут за священное место и военный лагерь. Если под лагерем еще что-то построишь. Каким лагерем? Так, куда мне? Мне нужно где-то еще театралку и. Ну вот ты видишь мою священку в центре? Я там сейчас думаю, священку раскачаю и этот. И будет она хорошую науку мне давать. Сейчас карточка на плюс 6. Да? О, нет. А, блин, я забыл про карточку. Да хотя бы, а куда мне карточку? У меня нет такой. 600 науки. Так, ну, алюминий есть. Правда, два вход. Но я пока... Я, наверное, просто куплю самолеты. Когда они понадобятся. У нас с японцем 15 ходов. Поляком 13. Ну, вообще, мне бы, наверное, все-таки удобнее на поляка нападать было бы. Ой, почему, японец, почему ты не хочешь помогать? Есть японец. Плотина. Сколько мне подсказывает мое знание истории, у них там не очень дела обстоят. Блин, вам мне надо еще еще военного инженера в Ниоре явно. Подарки? Ну, в смысле... Посчитать? А, стоп. Как, по правилам канала и так далее. Не, ну подожди, что тебе делать? Прислали. Мне просто дают деньги. Так у тебя сейчас, просьба сейчас. Помощи, это событие? Ну да, можно же вроде бы. Да, нет? По событию можно. Это же классно, там. Особенно когда с ботами играешь, они просто так же деньги. Испанец, гоу? Да, давай. Раз, два, три. Я думаю, кто творец потал сорвал, это Китай. Вообще у меня шпионы не работают в этой сегодня. Не понял, я что, первый самолет создал? Да. У вас же, блин, вышли в хрен это когда. В смысле он создал первый самолет? У меня целых два бомбардировщика. Не, за первый самолет 5 сдают. За первый. У меня первый истребитель просто, наверное, поэтому. Вообще. О, тут еще. Так, ну тут все утонет, короче. Ну, главное, что и кампус топится. А, фак. Вот это... Мне 3 дали. Вот это... А, мне 5.
Ладно, значит, надо несколько военных инженеров сюда. Черт, тут я... Ну, тут третья волна, тут я должен успеть спасти. Несколько инженеров сюда надо военных отправить. Что-то тебя могли больше топить, чем меня. Что? Ну, я вот смотрю в клетки, которые будут затапливать, и у тебя клеток больше. Ну, не волнуйся, я уже сейчас все построил. Ну, я же вижу, у нас берег одна клетка. Разница. Не понял, видишь что? Морские плотины я вижу. Как, ну? Чего ты волнуешься, что больше затапливает? Кореец, говори, когда там. Ой, нафига это показание помощи. Так. Давайте этого все-таки сюда отправим, а тут нового купим для Неора. Может, театралку тут где-нибудь? Кстати, я могу, наверное, в Кумбисале где-нибудь тут поставлю, вот, через 4 хода. Канализацию. Опять изверглась, так что ты будешь делать? Ну, хоть небольшие извержения, это можно терпеть. Если кто-то видит желтого козла, будьте добры, не трогайте. Хочу посмотреть, что выйдет из него. Чего? Клан желтый козел. Китай, предложение. Просто так прозвучало, потому что китайцы желтого цвета. Венгр, предложение. Все отказываются. О, хоть один принял. Пропущу пока. Так, этого я походу забираю. Кстати, великий торговец тоже неплохой. Вот инженер так себе. Но я его походу тоже заберу. Тут разница 5 очков. Хотя... Не, все-таки Египет должен забрать. Египет. Он через 4 хода должен забирать его. У нас разница в 5 очков каждый ход. И так 30. То есть это 6 ходов я его должен догнать. Кого-то убило. А, броненосец там какой-то варварский. Фак. Говори, когда. Она, пожалуй, отплыву тогда. Так, это вот тут мы 3 артефакта собрали. Го. Считать? Уже не надо.
Слушайте, я бы, наверное, еще одного сделал, потому что мы не успеем. Даже, наверное, трех. Надо ли мне шпион? Ладно, давайте. Кажется, Египет будет на Японию нападать. Так, тут два хода еще. И можно будет театралку сделать с художественным. Я понял. В какой век ты выходишь? Темный. Я тоже в темный. И я в темный. Ну, значит, никто ни у кого града не будет отваливаться. Вот так вместе обнимемся и пойдем. Я бы это по-другому даже назвал, не то что в темный. Чем Япония хуже? Просто ближе было идти к тебе. Плюс одна дипломатическая считаем. Видимость. Это считайте плюс три. А что это за гвардия разведчиков тут ко мне, японец? А, это я просто 20 штук считаем. Всех найти. Посчитайте. Раз, два, три. Поэтому мне надо сейчас хранить. О, я теперь могу послов. Помочь. Если японец найдет Окленд все-таки. Это важно. Ведь на хапуса за всю игру натерпелось. Так, танчики открыть. Сейчас будет важно, будет ли уран у меня. Вообще имеет смысл вырубать пастбище на холмах и ставить сюда рудники? Ну, зависит от того, что тебе требуется. Не можем за тебя решить. Если тебе производство надо. Ой, извините, я обманул вас. Насчет темного. Первое очко из нет, откуда взялся. Там у нас таяние началось. Какая Кстати, а тут можно, по-моему, порт купить, какие-то да? Какие-то воины за Занзибар. Не знаю, я увидел Занзибар, мне хватило послов, я кинул. Так, а вот тут у нас канализацию надо. И здесь канализацию. Ты понял, у тебя хватает вообще жилья для всего этого накормишного? У меня больше удовольствия не хватает, а не жилья. Это интересно, у вас красивый гавань. Возле Токио, Энна и Гданьска можно поставить третьего мокшу и будет Троецарствие Мокш. Все, да, туда воткнули свои? Не, я Лян туда засуну. Ну, я могу пересадить ради этого. Просто очень сильно это давит по лояльности. По религии. Моя? Ну, у меня тоже там сидит. То тебя город выбивается. У нас по 14, у тебя по 12. Так это он со своими караванами.
Не, у меня ж в религии там плюс 30, что ли, процентов. Слушайте, а давайте я инквизицию сделаю. Учитывая тундру, чувствую себя северным. Не ты один. Гоу. Давай. Слушайте, а что он дает? Я, по-моему, ни разу его не строил. Наземные юниты, ну, на другое это понятно. Действует как современная дорога. Город получает плюс 3 к довольству. 100%. Да давай тут реально золотой мост построим. Главное, что довольство получает город. О, этот шпион сработал. Чё только один город вижу. Египта. Я думаю, что там мы сможем, успеем сделать, а вот тут я не уверен. Видите, по 3 только добавляет. Ладно, вот больше, наверное, военных инженеров не надо мне. Хочу. Блин, не утонуть бы. Военная авантюра Кореи, наверное, не удалась. Так, у японца с Египтом вообще есть союз? Нет, у него чисто дружба. Ну, мне удобнее захватывать Польшу, потому что я думаю, что города японца как раз будут отваливаться. Будут отваливаться по лояльности, к тому же поляку, если я, например, нападу. Такая фигня получается. Что-что? Что говоришь? Впервые вижу, чтобы кто-то нормально построил золотые ворота, чтобы они вообще нормально отстали. Блин, а кто-то построил? Счет не счет или так? О, уран пошел. Так, давайте глянем, где у нас еще уран. Да, наверное, давайте. Аккад. О, и понятно. И у поляка. Ну, поляка надо заходить. У него и алюминий, и уран, и все, что душе угодно. Тут я успеваю. У меня остался один город только проблемный. Мазутную. Давайте построим мазутную вот здесь. А, стоп. Здесь. Блин, фабрику придется. Может, лучше в Уалате тогда? Давайте в Уалате. Да, во, мазутная есть. Точно. Основать. Слушайте, а мне тут два хода. Не, давайте-ка я не буду пока два хода. То я боюсь, мне за инквизицию дадут очки.
Так, здесь у нас 5-летний план, и на алюминии нету. Жаль. Кстати, а где у нас на алюминий? В охране природы. Так, ну надо коммунизм и охрану природы открыть. Китай, нифига ты город поставил, Сандро. Так, этот торговец фигня. Фрит нужен был для корпорации. А вот инженера я бы забрал. О! Мне дают необходимое количество послов, чтобы стать сюзереном, а там удаляет всех остальных. Чем можно таким образом Аккад, например, засоюзить? Ашан. Тут Ашан. За каждый шедевр, за каждую реликвию. Вот, можно Ашан, например, перекупить. Этим флотоводцам. Да, можно сделать. Так, в Неора мы все сделали, зашибись. Панец по счету, пожалуйста. Окей. Посчитай. Раз, два, три. Хатуса теперь будет свободно от этих пиратов. Ты их всех убил? Ну, я же канал провел. Я вообще не понимаю. А, нет, так, коммунизм, потом охрана природы. Так, один ход мы тут все еще ждем. Престижа всем клеткам. Но он мне бессмысленен, честно говоря, этот. Он... пересадить еще лян в Сегу, наверное, да. Тут мы все сделали, тут еще сделаем красивый город и все. Может, в Тадмеку? Не, в Неора. Прямо не получается воевать вообще никак. В смысле? Ну, торговец на плюс один дип видимость. Ну и что? Ну то есть вообще никак с тобой не повоевать. Ты уже ох, целых плюс три, все, хана. Да, закрывайте игру. Ну ты в Уране и все остальное тут уже дает большие основания. Есть. Где-нибудь есть рабочие, еще не использованные? Ну что, ученых не начисляем? Так уже всех ученых, которых нужно было, уже взяли, наверное. Каких нужно? Все, забрали всех на улет, разве? Нет. Кому претензии выдвигать? Ну, именно отношения. Давайте Лёше. Да. Ну, у меня дипломатических очков-то не особо много. Ну, давайте мне. И забанить ученых, а то он их все уже забрал.
пусть он что-нибудь другое читает. Ну я же все равно буду ученых читать. Просто их у меня не будет, да? Все так. Ученые учеными, но 600 науки это 600 науки. Так это же у гранты идут. Но они никуда не денутся, 600 науки. Вон, ты посмотри, сколько у него вход с этих грантов идет. И темный век для Малийской империи наступил. Блин, Китай, ты не сильно расстроишься, если я буду проверять свою способность? Просто ни разу не видел шофа. Что ты будешь проверять? А ты кто? Что-то... Ну, культурный захват. Это японец и поляк обманули, не в темный вышли. Ну, я хотел в темный, у меня из ниоткуда очки налетели. То же самое. У нас и в прошлый раз то же самое было. Да, видите, Крис, плюс один. Готов? Далее. Ну, за давай. Инквизицию. Сколько грусти было выбралось. Так, где у меня больше всего производства? В Нияне таки. Значит, проект Манхэттен тут делаем. Самолеты сколько стоит купить? 809. Ну, то есть два мы можем купить. Да блин, опять 20. Неужто я не успею здесь? Так, а вот кореец, китаец. Тут черт. Почем продаешь свои? Ты про продукцию? Ага. Блин, тут надо отравку купить, наверное, с художественным музеем. Что ты бесконечное количество можешь делать, и у тебя неограниченно хранить можешь. В смысле, ты их можешь делать сколько хочешь, но сохранить можешь только три. Так, два дрона построить. Я их могу передавать по городам, по своим. Так. Значит, сейчас тут 3-3, а станет... Как удачно начали ворваться технологии. 1-1. Это секреты, видимо, я знаю. Последний город. Не у корейцы. Да нет, еще три. Так. Публиканское наследие оставляем. Кварталы Медины нафиг. Давайте либерализм. И... Ну, плюс 6 науки, конечно, такое. Ладно, давайте против иноверцев поставлю. Я бы, конечно, поставил на
Алюминий, но пока еще не открыл. 4 хода. Фак, я походу не успеваю все-таки. Давайте еще одного куплю. Чем тебя кабул не устроил? Всю игру сидел. Это сейчас начал на него боковать. Знаете, что удивляю, что ко мне никто не посылает шпионов деньги воровать. Я ж Мали. В Мали там просто куча бабла. Так, сколько мне надо ходов? Один ход я покупаю. На следующий ход это и третьим ходом атакую. То есть, когда будет 3 хода до конца, значит, следующим ходом надо будет покупать самолеты уже. Эпохи атома. Ой, еще одна какая-то ГГшка появилась. Ну ладно, Йоханнесбург. Все. Двое. 20%, 25% человечества уже открыли атомы. Слушайте, давайте я вукл, что я не... Это... Эпохи атома. До 6 не довел-то. Это а я... мы тут. Диме. Да. Что это за гура с этим? А, так это я думал, ты заметишь и ответишь, чтобы я рейтинг хоть как-то получал. Чтобы ты хоть что-то получал, что? Реликвию получил из ниоткуда. Всю игру без реликвий сижу. Нафига мне тогда этот бонус от реликвий? Я удивлен, что только сейчас заметил, хотя он гуляет там уже давно. Да нет, я его давно увидел, мне просто было интересно, что там делать собираешься. Ждать тебя, чтобы ты его убил. Оно мне надо. Тогда тебя обращу. Спорное утверждение. Ну, я в столе, я в самолет. С тобой науки одинаково. Пельмени у тебя сколько? Один? Ну вот. Теперь меня еще принижают по людям. Нет, это чтобы у тебя плохие мысли в голову не закрадывались. Так, ну зашибись, все вроде. Почти мы все зачистил. Туса, так что. Да. Ну да, у меня алюминий один и хатус. Так ты когда его начинаешь добывать, он же уже у тебя перестает. Да, тут либо хатуса, либо алюминий. Ну, как бы, если ты добываешь алюмин, то тебе хатуса не дает ничего. Не, ну вдруг прилетит ядерка в алюминий. Будет хатуса на всякий случай. А что вы так с Кабулом? Тоже. Я, если честно, его присматривал, чтобы построить пожарный канал, но он поставил там район. Так, какие у нас тут... А там бы не влез, там же холмы. Ну вот это я заберу для Аншана. Там, где военник стоит, там холмы. Этого я не могу забрать, потому что запрещено на конгрессе. Одну ячейку для воздушных юнитов. Ну, такое. Я вот тут, наверное, сделаю аэропорт. Смотри, что мог бы сделать. Уничтожить Кабул и Льве Вулкан, поставить город. Мне, наверное, этот нужен. Истребитель. Сколько истребитель стоит? Еще разлив какой красивый у Кореи. 1040. Да, загрузка после каждого хода. Это рассинхрон. Он проходит? Скорее всего, нет. Со временем устаканится. Ну.
покупаю тут реактивный истребитель. Так, слушай, я в Хатусу. Сколько мне надо? Угу. Дайте караван в Хатусу. Блин, Аншан такой жирный на карте, если он так разрёсся. Вы столько туда послов, видимо, поотправляли. 44 у меня посла там. Такое чувство, как будто ты запланировал туда флотоводство отправить. Посмотрите, как он выглядит вообще, это жесть. Вот надо было мне не жадничать и Аншан захапать себе, а не Занзибар. Надо было, я не знаю, зачем ты Занзибар брал. Да, потому что я не ожидал, 40, не ожидал 44 посла. У меня было там 22 посла, я туда Амани максимально втюхал. Слушайте, давайте просто... Хотя, подождите, один ход... Нет, тут два хода. Давайте я, наверное... У меня для тебя плохие новости, я уже сосворовал, что мог. Бомбардировщик просто построю. Хода в 10 я пал. Такова жизнь. Но локация откровенное говно. Ну так это с самого начала было, это что-то расщепленный фрактал. У нас фрактал в тундру просто упал. Я? Да. Дай стратегическую информацию, сколько у меня урана? 13. Твою ж. Блин, еще одного, видимо, надо. Я загрузился. Ну посчитайте тогда. Да не, Ок. Считать нет? Да нет, он уже ходит. Ох, как у вас там клетки топят. Венгры с Китаем. Блин, испанец, а тебя там прям за всех накроет. У меня жопа будет, да. Ну а чё, я ни во что не успел, конечно. Как не успел? В контексте Торофа ты успел. Это как раз было нетрудно. А почём покупка этих стоит, лабораторий? 800... А, подожди, у меня... У меня ж сугубо. 880 злато. Да, у меня дешевле. А почему у тебя дешевле? Сугубо. А, сугубо. А с какой техи водится загрязнение СО2? С постройки угольной электростанции. И они там мне сначала не выдавались почему-то. Только сейчас начали. Ну, у всех-то остальных они были. Что не топилось раньше. Роботы. Ты что, загадил природу? Вообще не говори. Я? А давайте кто по очкам сейчас выиграет, тот выиграл. Ты влил в управление. Хорошо, Китай. Договорились. Хитрый какой.
А там еще не было фотоводца на обнуление послов? Уже был. У кого? А, вот. У Мали. Слух. Он плывет, плывет. А ты хочешь их прям подставить так на шаг? Ну а куда еще? Самое то. Какие тут все остальные нам... ГГшки такое. Да. Сколько нам ждать этого? Ой, долго. Ну я скажу, когда я приплыву. Блин, сколько нам тут плыть еще? Так, ходов 6, я так понимаю. А если под Амани и Тамара послов закинет, там сколько можно накачать? Так я уже накачал 44, куда еще-то? Не, ну а вот представь, ты бы еще за Грузию играл бы. Там еще удвоения какие-то будут. Там, да, там если религия та же. Интерактивный истребитель, ты уже планируешь? Ну надо засвечивать, что там у тебя происходит. Топит. Нацпарк на 88 туристов, это конечно круто. Кстати, конечно никто туризмом не выигрывает. Вообще как-то нечестно, ты летаешь на одной территории. Почему я не могу тебя сбить? У нас союз. И что? Ну, мы вроде союзники. Действительно. Это... Что ты здесь летаешь? Просто так поглядеть? Не верится. Защищаю твою землю от нападения войск НАТО. НАТО у нас что в этой игре представляет? Ну, европейцы, типа Венгрия. Все, видимо. Это Польша. И Польша, да. Защищаем Польшу от НАТО, в общем. Там кто Эрмитаж построил, я что-то пропустил. Блин, может мне ядерки просто пока строить, а не термо? Давайте ядерку. Ну понятно. Что понятно? Я спросил, кто Эрмитаж построил. Я уже вижу. Сколько ты промки смог поднять? 150. Так, мне, наверное, прежде чем объявлять войну поляку, надо спросить у японца, будем ли мы продлевать наш союз. Если он скажет, что не будем, то я продлю с Польшей и нападу на японца тогда. Странно, что Токио в католицизм перешел, например, а не в ислам. Да это я сделал. Ты ходил, что ли, туда апостолом? Да, я сходил с утренней силой. Забанить на войну просто хочет. Бейс. Загрузился. Ну так. О, да, вот это вот я хочу, вот это вот. Подожди, мило. Я кудранта назначу и приду за разную встречу. Чего? Я вижу, что я миссионера нанял. Ты прямо хочешь, я думаю. Где тут на алюминий? Теологическая баталия. Не понял. Станет города и все. Ну давай, посражаемся в теологической баталии. Зачем мне это помнить? Ну вот же.
Уж я слепой, как всегда. О, блин, конечно, слепой. Просто взял в три мокшу, и ты больше его не захватишь. Вот и все. Не понял, скажи, мы продлим наш союз? Само собой. А? Мы с тобой точно. Вон у меня там под боком появился. Три военника поставил. Какие три военника? Тогда давай. Тогда давай разделим как-то. Тебе Гданьск и Познань. Кажется, тебе нужно низ забирать, а мне вверх, иначе плоение. Да, да. Я не понимаю, где я тебе военник поставил, скажи. Возле священки они давно, с начала игры почти стоят. Еще не 1939 год, не делите пока Польшу. Вот, уже поделили Польшу. А, стоп, 1600. А когда поделили Польшу, Австрия, Пруссия и это, Россия? 1771, по-моему, первый раздел. А, не поздновато ли? Ну, где-то в 18 веке точно они закончили. Последний был 1790, то ли втором, то ли четвертом, третий. О, даже до урана не дали дойти. Ты сам нападать начал. Ну, у меня нефти не хватает. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в